Спасибо. Спасибо, ребятки. Не спикт. Не спикт, Лёша. Лёша, не спикт. Маша, что за сердечки такие, а? Сейчас буду поддавать. Жара. Почему не спите? Не сплю, потому что... Да. Как погода? Погода как... Парижа. Примерно такая же. Сейчас, секунду. Полотенце падает, сейчас слетит. Ну и не говори, Катринес. Почему выгнали Элину? Она просто попала под раздачу. Случайно так вышло. Человек, который заходит в прямой эфир, всегда бы так. Слушайте, я вообще, если брать статистику мою вот за все время, я очень мало в эфир захожу. Ну, точнее, только начал недавно, дней 5-6 назад. В Казахстан с удовольствием приеду. У нас жара, я очень люблю жару. Потому что хорошая ты. Блядь, подождите. Потому что хороший ответ, зеленоглазик. Изабелка, привет, Изабелка. Ты за мной следишь же, я знаю. Ты сказала мне. Ты один в бане? Да, один. Нет, я не выпиваю. Ну, я так сегодня немножко винчика выпил с ребятами, ну, без фанатизма. Воистину воскресе. Искренне желаю счастья. Благодарю. Я пью сок, водичка с лимоном. В баню нельзя с алкоголем ходить. Привет из Германии. Германия, привет. Вигитсдиа. Зоу, классно. С Юлькой себя ведешь. Спасибо. Как у вас с Юлей? Дружим. Сыночек, отлично. Кагора. Теплынки только. Кагора нет. С праздником Светлой Пасхи, воистину воскрес. Да, я слежу за тобой сегодня целый день. Все, Изабелла. Воистину воскрес, Таня. В баню хожу, ну, как есть возможность. С пивчиком вы ходите в баню? Нет, а я не хожу с пивчиком. Я с чайком, медочек, вареница. Очень люблю. Вообще сейчас как бы, ну, отказался практически от алкоголя и не пили еще, девочка, а то я нервничаю. Нет, пока не привели. Привет из Ванкувера. Ванкувер, привет. Во сколько спать ложитесь? Ну, я вот планирую сейчас 2:58, 3 где-то, в 4:30 я лягу. Возраст. Базаришь, конечно. Я как конь. Могу выпить бы столько, сколько хочу. А вот так поздно. Забудьте перца. Окей. Тогда продолжаем следить. Ну, слушай, я думаю, что ко мне скоро кто-то придет. Привет тебе из Казахстана. Город Шымкент. Самый юг Шымкент. Вам привет огромный. Таня из Шымкента. Ну, а что делать? Вон там девчонки идут. Сейчас, стойте. Блин, у меня... Чтобы мальчишки не нервничали, я лучше полотенчик одену. Вон у нас там движуха. Глеб покрасился, стал беленький.
Шымкент тоже подмигиваю, как вы умудряетесь высыпаться. Я еще молодой просто, ну, тестостерон. И просто я мало сплю. Привет, привет. Привет, тульки. Привет. Как девушка? Какая девушка тебе нужна? Да фиг его знает. Давай. 18-19 лет. Как дела? Как там в вашем пансионате? Нормально все. Я хочу к тебе на дом 2. Тала, лала. Как бизнес, Гримани? Тяжело с короной? Да, сейчас пока все не работает. Лешка, ты классный. Спасибо, Катя. У нас пока до 10 мая. Сейчас продлили карантин. Ну, я думаю, что числа до 30 продлят включительно. Та-та-та. Пойду париться сейчас. Сразу шпиль. Сейчас все к тебе придут. И забыл, ну ты чё. Приветик тебе из Германии. Привет, привет, Русин леди. Сколько тебе лет? Мне 41. К тебе девушка пришла? Нет, не пришла. Слушайте, вы все так хотите, чтобы ко мне девушка пришла? Банька кайф. Да, банька вообще классная. Эльмира, спасибо. Леонидовна, 82 ФАО. Привет. Лан, у нас 6 утра, я спать. Давай, Таня. Я любя. Хорошо, Изабелка. Я думал, тебе 35, да, мне 31 почти. Как вы с Глебом классно мучаете собачку. Бля, слушайте, вы сейчас увидите эфир. Я, вот где я накрасил брови. Любишь спенбеки? Спенбеки, я даже не знаю, что это такое. Тогда мне норм, мне 37. Отлично. Ему 18, девчонки. Было 20 лет назад. В душе точно. Ладно, давайте, девочки, мальчики, пойду париться. Сейчас нужно... Ой, я сейчас покажу вам, какая горячая банька. Я ее растопил. Сейчас возьму водички. Вот. Почувствуйте пар, как вышибает дверь. Смотрите. Сладких снов. Спасибо. Ой-ой-ой. Пока, сладких. Сабирова присоединилась, а мы уже уходим. Ну, совсем скучно. Как же так, совсем один? Чего так быстро уходишь? Ну, давайте останусь. Давайте повеселите меня чем-нибудь. Задавайте вопросы какие-нибудь. Вот здесь, смотрите, видно? Написано «Юлька» на стекле. Но вы, наверное, не увидите отсюда. Вот. Вот эти буквы. Юль. Не знаю, видно? Юль. Да, вот. Просто телефон может вырубиться сейчас от жары. Это снэпбэк называется, кепки, которые наши. Ну, у меня не так много, их две всего. Ну, у меня есть еще одна, там, кокаин ковбойс. Ну, она совсем не эфирная. Ту-ту-ту, сладких снов. Угу. Пока-пока, ну, совсем скучно, конечно.
Ну, я еще не ухожу. Новички, конечно, тоже интересные, но со старичками. Дом стал такой, как раньше. Добрый, смешной и умный. Слушайте, ну мы стараемся реально. У нас сейчас именно формат хотим поменять, чтобы людям было интересно любовь строить там. Поздновато для баньки. Но это поздновато, когда ты ложишь. Вернее, во сколько ты встаешь? Для меня нет, не поздновато. Для меня это день. У тебя один сын, да, у меня один сын, но ты больше всех к себе располагаешь, и старичков раньше тебя не знала. Да, ну ничего страшного. Забудь Юльку, это не твой пассажир. Нет, банька, стекла в пару. Смотрите. Ну не видели, ну ничего страшного, Саша. А я там был, но недолго. Красавчик. Умный, остроумный. Умеешь шутить, доводить Юльку. Супер. Пассажир. Тебе нужна другая тоже. Не хочу жить в России. Ну, как я живу в Германии, хочу жить в Германии. У меня там сын, мой быт. Ну, в принципе, может быть, и здесь... Какое-то время пожил бы. Ну, конечно, я хочу еще двух детей. Хочу сыночка и дочку. Ксюша Куратова, привет. Настюшка. Миронова. Три шестерки мне не нравится только. Забирать тебя и буду тебя. Немецкий язык хорошо знаешь, скажи что-нибудь. Я spreche sehr gut Deutsch, richtig. Das ist meine Muttersprache. Ich denke. Как назовешь их? Сына назову либо Матвей, либо Герман. А с дочкой буду... Ну и с сыном буду советоваться, с супругой, естественно. Идти на дом 2. А можно так? Можно, давайте общаться. Стрипкова, привет. Поедешь ко мне в Канаду, перец? Нет. А дочка будет Мия. Я не против, хорошее имя.
Поэтому почему ты пришел тогда на дом 2, зная, что тебя ищут? Ну, слушайте, это в книге у меня есть. Я думаю, что сейчас ее издам. Как думаешь, кого труднее воспитывать, сына или дочь? А труднее всего воспитывать родителей, вот. А детей вообще несложно воспитывать. Я очень люблю детей, сына своего. Естественно, я не зацикливаюсь на Юле. Юля мой товарищ, хороший друг, там, ну, как угодно назовите. У нас не будет с ней семьи. У нас, ну, чисто дружеские отношения. Ну, видишь, как. Ну, глазки у тебя блядские. Ну, зараза, красивые. У меня тоже зеленые. Вот, слушайте, ну, красивые глаза. Я вообще, ну, как-то вот не подхожу под это описание ваше. Блядские, там еще что-то. Какой-то ты родной кажешься. Желаю тебе счастья. Спасибо большое, Екатерина. Ну, в Германии быт у меня сын. Но для понимаете, что сын это все мое. Я очень люблю своего сыночка и очень хочу быть с ним. И он меня любит, скучает. Мне кажется, сын это вообще приуныл Леха. Самые долгие отношения у меня были первые. Это с моей женой бывшей. Они длились почти 9 лет. У меня двое отношений было в жизни за 41 год. Почему можно? Мне ему сейчас надо паспорт здесь сделать. У него закончился паспорт. Каждый день общаюсь с ним. Ну вот сейчас каждый день. Понимаете, что значит общаешься? Я жил с сыном все это время. И до того, пока нам суд определил модальную систему взаимоотношений с моей бывшей супругой, сын жил у меня вообще постоянно, поэтому... к другим парням. Я не буду строить отношения с девушкой, пока я не буду уверен в том, что я ее смогу отпустить в любое место, куда бы она ни поехала, и она будет себя вести порядочно. Вообще нет смысла в ревности никакого. Ну, главное быть уверенным. Вот я буду уверен, и мне вообще без разницы. Потому что ревность, она убивает 50% отношений. Либо ты доверяешь человеку, либо нет. А если человек захочет изменить, он тебя изменит. Ну, как
как ни крути, ты в любом случае будешь в дураках. Ты директ читаешь? Да, читаю. Беги, парь, спасибо. Надя не может сама счастье понимать. Ой, слушайте, вы сейчас увидите эфиры, там столько грязи вылилось. Я вообще, я в таком ахуе. Вот. Давай, удачи тебе, отлично попариться. Спасибо, Оля, большое. Все, ребят, если будут вопросы какие-то, пишите в директ. Все, доброй ночи вам всем. Сынок, огонь вообще все по полю читал, твою историю. Я отец офигенный, я знаю это, и я не стесняюсь об этом говорить, я лучший папка. Приезжай в Питер, ну, с удовольствием приеду. Все, ребят, спокойной ночи всем. Христос воскрес, всех с праздником. Светлого Христова воскресенья.